Вероятно, вы помните, как Тина Тернер была недовольна, что есть некая дама, которая делает трибют-шоу в образе Тины. Хотя они, конечно же, утверждали, что все совпадения случайны. Но судебные процессы были запущены, и спустя 2 года Тина Тернер дело выиграла. И больше за счет популярности певицы те самые энтузиасты выезжать уже не будут. Sugar Babes и Cool and the Gang. Впереди послушаем Радио 7. Доброе утро.